В Актобе продолжается областной этап Олимпиады по общеобразовательным предметам. На этой неделе интеллектуальное соревнование проходит по предметам общественно-гуманитарного направления. В нем участвуют более 500 школьников, которые успешно прошли предыдущие этапы. Как отмечают специалисты, проходящая в этом году республиканская олимпиада отличается от предыдущих, так как в этом году каждому участнику по каждому общеобразовательному предмету был предоставлен отдельный компьютер с веб-камерой с доступом на платформу OCLEC. Это дает возможность сохранить прозрачность и академическую честность олимпиады, говорят сами школьники. Олимпиада прошла в цифровом формате. За нами наблюдали через специальные камеры, чтобы мы не списывали во время тестов. И считаю это очень справедливым решением. Это действительно помогает сохранить прозрачность и академическую честность Олимпиады. Сам я сдавал сегодня английский язык. В будущем хочу серьезно заняться этим предметом, так как я мечтаю стать переводчиком не только с английского, но и с итальянского и персидского языков. Также стоит отметить, что по предметам общественно-гуманитарного направления будут два тура. Так, к примеру, по английскому языку ученики в понедельник испытывали на прочность свои навыки письма, а тур во вторник будет делать упор на устную часть. Я верю в то, что все будет хорошо, я займу отличное место, а также желаю другим участникам удачи, ведь завтра ждет нас второй этап по говорению. Вот. Сегодня был довольно сложный этап, письмо, чтение, аудирование. И эти этапы показались немного сложными. Я верю в то, что в будущем, с помощью этого опыта, который сегодня получил, эти этапы, эти олимпиады будут проходить намного легче, чем сегодня. По словам организаторов, Актюбинская область уже неоднократно показывала высокие результаты в республиканских и международных интеллектуальных состязаниях. И проходящая олимпиада – прекрасное тому доказательство, так как многие ее участники уже давно представляют регионы в различных соревнованиях по общеобразовательным предметам. Жасан Жалбаков, Жанадис Сагиев, телеканал Актюбинь.